Подготовка школьников началась в мае. Тогда назначили инструкторов, и те учили новичков держаться на воде и управлять катамаранами. Теперь вчерашние ученики почти профессионалы, им даже вручили подтверждающие документы. После краткой торжественной части они вместе с инструкторами разделились на три команды и вперед навстречу приключениям. Здесь ребята занимаются туризмом, они выезжают с ночевой, живут в палатках, ну и как сегодня они плавают на катамаранах. Ребятам такие проекты очень нравятся, это отвлекает их от различных негативных явлений. Вот. И, соответственно, это, таким образом происходит социализация ребят. Подростки не только оттачивают навык управления водным транспортом, но и учатся быть одной слаженной командой. Очень понравилось, хороший, жизнерадостный такой, как бы, спорт. Всем советую. Я рад, что пришел сюда. Очень весело и эффективно командная работа. Понравилось. Позитивно, новые знакомства. Адреналин. Сплав проходит уже в 9-й раз. Кроме того, с начала учебного года организаторы занимаются с детьми в парках и школах. Подростков это увлекает, и в свободное время они с удовольствием приходят в туристические секции. Ирина Ревенская, Инесса Дондукова, Виктор Иланцев. Новости дня.